В эти ближайшие выходные, суббота, воскресенье, будет у нас проводиться чемпионат Башкирии, 22-й чемпионат Башкирии и 19-е первенство Республики Башкортостан по армрестлингу, борьба на руках. Вот в данный момент у нас уже заявлено более 180 участников. Изъявили свои желания, как такие, как Гуртуфа, Сильтамак, Салават, Мелиуз, Туймазы, такие Октябрьский. Ну, естественно, наш город, город Нефтекамск, более 30 человек у нас присутствует. Вот. Ну и такие районы, как Бешбулятский район, там Краснокамский район, Илишевский район, там у нас еще Миякинский район, Учалинский район, такие будут. Ну, ожидаем, примерно, общее количество участников где-то около 250 человек. Соревнования будут проводиться на этих выходных во Дворце молодежи. Начало у нас будет в субботу в 11 часов. Приходите, мы вас всех ждем.